Вся моя семья погибла во время бандитских разборок. Я тоже должен был умереть. Был сильно ранен. Но я выжил. И теперь я понял, почему. Те, кто погубил мою семью, Святоша и другая мразь. Я выжил из-за них. Я вернулся. И теперь их черед умереть. Пора идти. Еще многое нужно сделать. О Такаге я побеспокоился, но других труднее достать. Возле моего дома наркопритон. Надо бы там все почистить, а заодно и пострелять. Добро пожаловать в Райкерс, мистер Касл. Посмотрите номера. Я детектив Соуп. Это лейтенант Рихтофен. Было чем поразвлечься в последнее время, Касл? Сколько ты убил за последние несколько недель? Не уверен, там было много взрывов. А что ты делал в здании Такаги прошлой ночью? Ну, начнем. Сначала и посмотрим, куда нас ведут останки изуродованных тел. Кстати, тебе назначили адвоката. Давай пока поболтаем. Вернемся на 3 недели назад. Что конкретно ты делал в соседнем наркопритоне? Очевидно, зарабатывая преступным путем. Так сколько, вы говорили, было жертв? Нахер пошел с дороги, ублюдок! Нью-Йорк-Сити. Забудьте все, что слышали об этом месте. О новом Нью-Йорке. Адская кухня называется Клинтон. В парке полно туристов. Все это не настоящее. Прямо внизу под нами заждался старый Нью-Йорк. В темноте уже вам ничто не поможет. Ты настолько открыт, что весь мир копается в твоих кишках. Просто от того, что город выдворил чудовищ. Выдворил их в Бруклин и Бронкс. Не думайте, что это место изменилось. Только не в самом сердце. Не там, где оно живет. Не падайте в Нью-Йорке. Никто вас не поймает. Дерьмо.
дерьмо в этом городе нужно расшевелить. Эй, детка, что делаешь? Давай отдай мне этот кошелек. Кажется, ты что-то хочешь мне сказать. Отпусти меня, слышишь, лоб? Эй, больно же, придурок! Он здесь главный! Это научит их. Эй, ты, каратель! Спасибо, парень! За что? За то, что жизнь не спас. А, да. Нет, пожалуйста! Блин, ты убил его! Да, это следующий. Где деньги? Я не знаю. А Берни знал, а ты убил его. Надо искать другой путь. Значит, тебе в живых тоже незачем оставаться. Ларри, смотри, это гребаный каратель. Давай, тащи сюда свою жопу, получишь по ней. Здесь главный. Достань меня, говнюк! Где тебя черти носят? О, черт, ты не Моррис, ты каратель! Чего? Говори или пожалеешь. Мне нечего гавкать. Ты понтуешь.
Расслабься, нам не о чем волноваться. Но если расход вкурит, что мы крадем, нам кранты. А как он узнает? Не знаю. Приводи себя в порядок. Thank you.
тебе башку отстрелю! Подкрепление! Конец, каратель! Ты что-то хочешь мне сказать? Мне нечего гавкать. Ты панкуешь. Жарить можно даже маленькую рыбку.
заплатить, червяк. Я сколько угодно заплачу, только скажи. А может, жизнью заплатишь? Использовал все. Где, блядь, Терри? В ванной, придурок. Все как-то не так. Кажется, ты что-то хочешь мне сказать. Убери от меня свои лапы. Сгори ты в аду, каратель. Они тебя из окна выбросят, как и других придурков. Тщательно. А почему я не должен тебя убить? Я наркотиками не занимаюсь, я просто здесь живу. Ладно, ладно, я торгую помаленьку. Чувак, не убивай меня, я ничего не сделал. Ты сраный наркоман. Это болезнь, я не виноват. Надо лечиться. Я тебе башку отстрелю. Thank you.
говнюк. Спасибо, что убил его. Спасибо, друг. Ух ты, чувак! Меня так плющит, что я вижу здоровенных перцев в плащах. Я его тоже вижу. Походу, он настоящий. Надо спрятаться, чувак. Тебе пиздец, чувак!
говори, если жить хочешь. Отпусти, падла. Я ничего не знаю. Возьми ключ. Все в шкафу. Назад, я тебя не боюсь! Подожди, я остаюсь! Привет, Расход. Говори, или сдохнешь, Расход. Давай, замочи меня! У тебя ничего на меня нет! Меня курсанули о том, что ты будешь здесь. Не знаю, кто это был. Хватит уже.